Северском районе сохраняется режим повышенной готовности. По предварительным данным, он сохранится до 1 декабря. Напомню, что 27 ноября погодные условия в Северском районе ухудшились. Обильные дожди привели к подтоплению нескольких придомовых территорий в селе Шабановском и станице Смоленской. 28 ноября из-за подъема уровня воды в реке Шепш произошло затопление автомобильных мостов к селу Тхамаха и станице Старопольской. На сегодняшний день транспортное сообщение восстановлено. Уровень воды в реках понизился. Не успел наш район отойти от продолжительных дождей, погода подготовила новый неприятный сюрприз – снегопад. Обильные осадки, сильный ветер и понижение температуры в ночь с 28 на 29 ноября создали опасную ситуацию на дорогах. На 30 ноября синоптики обещают сильный ветер, налипание мокрого снега и гололед.